Здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Алматы. Итоговые новости». В студии для вас работают Дина Жанабекова и Диас Махамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. Четырнадцатилетняя школьница устроила стрельбу в российской школе. В Талгарской школе на учителя завели уголовное дело за избиение школьника. Как Североказахстанская область встретила сильные морозы? Какие изменения в ближайшие годы ждут Турксибский район Алматы? Сколько казахстанцев успели легализовать свои иностранные авто? Начинаем выпуск. В России школьница устроила смертельную стрельбу. Трагедия произошла сегодня утром в одной из школ Брянска. По данным местных СМИ, ученица 8 класса открыла огонь во время урока биологии. Девочка успела ранить 4 учеников, а потом совершила суицид. Сообщается, по крайней мере, об одном погибшем. А вот оружие, по словам правоохранителей, принадлежит отцу девочки. Его допрашивают полицейские. По факту заведено уголовное дело. Между тем, соседи характеризуют семью девочки, устроившей стрельбу, положительно. По словам родителей учеников, возможной причиной страшного инцидента могла стать травля со стороны одноклассников. Семья неплохая. Мы знаем их больше 10 лет. Всегда в хороших отношениях. Положительная семья. И они всегда вместе. Ну, насколько я знаю, что какая-то травля была. Продолжаем. Оскорбила и толкнула. Вокруг одной из частных школ Талгара в Алматинской области разгорается нешуточный скандал. Сегодня в соцсетях появилось видео непристойного поведения и грубого отношения преподавателя к учащемуся. В результате учителя уволили, а по факту завели уголовное дело. Но на этом все не закончилось. Выяснились и другие подробности происходящего в стенах учебного заведения. Рамина Мирзалимова с подробностями. А где вопрос задачи? Где решение сказал? Два действия. Бестолковые. Вставай, не валяйся. Грубое поведение учителя горячо обсуждают пользователи соцсетей. Поводом послужило вот это видео, на котором она толкает своего ученика. Спустя пару секунд хромающий мальчик встает и идет к парте. Оказалось, что это далеко не первая подобная история. Моральное, психологическое насилие оказывалось не только над моим ребенком, но и над всем классом. Я изначально закрыла этот вопрос, не имея претензий, хотя, по сути, претензии у меня как бы могли бы быть. Но я закрыла этот вопрос, не стала травмировать своего ребенка и вот эту всю ситуацию опять поднимать. Я ушла в другую школу. И эта история опять всплывает. В администрации оскандалившейся школы оказались немногословные. Отдуваться за произошедшее пришлось новому главе учебного заведения. Выяснилось, что инцидент произошел 19 октября. Но тогда у школы было другое название. Когда это произошло, меня здесь не было. Был другой. Этот человек открыл здесь школу. Здание арендовал позже, когда пришли родители. Преподаватель не захотела признаваться. Сказала, что не толкала ребенка. Я осталась здесь. Сейчас это не Космо, а Дженниус Талгар. Теперь мы набираем детей. В отношении учителя, не сумевшего держать себя в руках, прокуроры возбудили уголовное дело. Видимо, одним увольнением дело не ограничится. По данному случаю, нами было ориентировано районное управление полиции, которому на данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 140, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан для принятия процессуального решения. Правоохранителям выясняются подробные обстоятельства, отбираются пояснения администрации школы и иных лиц. А в управлении образования Талгарского района и вовсе заявили, что скандальная частная школа работала без лицензии на предоставление образовательных услуг. Скорее всего, учебным заведением теперь заинтересуются не только прокуроры. Рамина Мирзалимова, Далия Насипова, Алибек Шантимар, Ганикалуов, телеканал «Алматы».
Увольнять за нарушение по выдаче земельных участков казахстанцам призвал премьер-министр Алихан Смаилов. Глава правительства предложил ввести административные наказания для ответственных лиц за затягивание сроков по выдаче разрешений. В Кабмине планируют оцифровать госуслугу и сделать ее прозрачной. Сейчас большинству граждан приходят отказы из-за того, что генпланы и проекты детальной планировки не актуальны. Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся недочеты должны устранить в сжатые сроки, чтобы с 1 января обеспечить качественное оказание госуслуг исключительно в цифровом формате. В Североказахстанскую область пришли сильные морозы. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 40 градусов. А в квартирах температура воздуха снизилась до минимально допустимого показателя. Власти региона приняли решение отменить занятия для школьников и студентов, организованные пункты обогрева для автомобилистов. Как областной центр переживает погодные аномалии? Выдержит ли ТЭЦ? За ситуацией следит Нургуль Алина. Удар мороза, как и все, почувствовала Марина Грибанова. У двух ее детей сегодня отменили занятия. Вместе с температурой на улице опустился и столбик термометра в квартире. Женщина говорит, что дома не обойтись без теплых кофт и шерстяных носков. Вчера погода испортилась, температура понизилась на улице, и мы прямо дома тоже почувствовали, у нас тоже градусы опустились. Вот. И поэтому нам теперь приходится одеваться не только на улице потеплее, но и дома. Вот приходим, куртки снимаем, и приходится даже вот вторую сверху вместо курточки поменяли. Вот. Поэтому чувствуется, что дома прохладно стало. Несмотря на морозы, глава региона ранее заверил, что проблем с подачей тепла не будет. На ремонт обрушившегося дымохода Петропавловской ТЭЦ выделили 12 миллиардов тенге. Отопительный сезон должен пройти без неприятных сюрпризов. Сейчас работают две трубы. В планах не было, что упавшая труба будет функционировать в отопительном сезоне 2023-2024 года. Есть определенный график. Если она в следующем году по графику начнет работать, то мы будем держать ее на особом контроле. Мы думаем, что в следующем отопительном сезоне она войдет в эксплуатацию. По правилам, в школах отменяют занятия при снижении температуры от минус 27 с нулевого по 9 классы и от минус 30 у старших классов. Сегодня в области все учебные заведения перешли на дистанционный формат обучения. Пары отменились и проходят вне аудитории, также у студентов. В области 458 школ, в которых обучается свыше 75 тысяч обучающихся, на дистанционный формат обучения переведены более 72 тысяч учащихся. По области у нас более 75 тысяч учащихся. В городе Петропавловске это около 27 тысяч учащихся сегодня на дистанционном обучении. Ночью температура воздуха в некоторых районах опустилась до минус 40 градусов. Сейчас в областном центре термометры держатся на отметке минус 32. Из-за высокой влажности и ветра мороз горожане ощущают намного сильнее. Такая погода, по словам синоптиков, продлится около недели. 7 декабря северо-западным холодным вторжением антициклона ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 29-34 мороза. С дальнейшим понижением ночью до 33-38 мороза, на севере области сильный мороз 41 градусов, днем 27-32 мороза. В начале второй декады прогнозируется температура воздуха ночью 30-35, на севере области до 39 мороза, днем 20-25 мороза. На дорогах области в зимний период подготовили порядка 347 пунктов обогрева. С наступлением холодов ограничение движения вводилось 20 раз. В департаменте ПУЧС сообщили, что в случае ухудшения ситуации в регионе вновь могут принять решение о закрытии трасс. Нургуль Алина, Смаки Лубаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Тем временем в Шымкенте, куда вот-вот придут морозы, около 500 многодетных семей нового микрорайона остались без отопления. Все из-за прогнившей теплотрассы. Во всех бедах в коммунальном предприятии винят подрядчика, который занимался монтажом объекта. Но у компании свои аргументы. А вот жители заявляют, что местные чиновники не подготовились к зиме. Елена Карпенко выслушала все стороны.
Теплая одежда, пледы и обогреватели. Вот так жители нового микрорайона Туран-1 встретили первый месяц зимы. Оказалось, что трубы, по которым подается тепло, практически полностью сгнили. Кто виноват и когда возобновят подачу тепла, никто не знает. На самом деле никакой подготовки не было. Посетите дома и посмотрите, как люди живут. Теперь ремонт труб нужен для 11 домов, а это примерно 536 квартир. Жители говорят, что не раз обращались в Акимат, и чиновники проверяли теплотрассу. Оказалось, что проложенные трубы в 2017 году протекают, поэтому в них и нет давления. Нужен ремонт труб в 11 домах. Да, видно, что трубы действительно изношенные. Мы вырежем кусок и обязательно отправим его на экспертизу в Алматы. После получения результатов обсудим с руководством вопросы, стоит ли подавать в суд на подрядчика. Представители Акимата оценили ущерб в 10 миллионов тенге. И теперь обвиняют подрядчика в некачественной работе. Однако в компании говорят, что все работы были выполнены строго по проекту, который приняла комиссия. Могут быть разные причины, из-за чего трубы вышли из строя. Возможно, причины в мусоре или в проезжающих грузовиках. Это определит экспертиза. У нас, по идее, гарантия длится 5 лет. Уже, получается, за это время гарантия прошла. В причинах неисправности труб тепловики пообещали разобраться. Пока же все силы они бросили на то, чтобы обеспечить дома в микрорайоне Туран-1, где живут многодетные семьи-инвалиды, долгожданным теплом. Елена Карпенко, Эльдар Жанусканов, телеканал «Алматы, Шымкент». Шымкентцы прививки от кори получили всего 25% населения, подлежащих вакцинированию. Об этом на брифинге сообщил аким города Габит Сыздыбеков. Мегаполис лидирует по количеству зараженных по Казахстану. Градоначальник пояснил, что разъяснительная работа с антиваксерами ведется ежедневно. Но медики сталкиваются с сильным сопротивлением. Существует данная проблема, и количество растет инфицированных. На данное время мы уже провакцинировали 25% населения, подлежащих вакцинированию. Угу. Работа с так называемыми антиваксерами проводится на постоянной основе. Мы объясняем, разъясняем, что наш город очень густонаселенный. И возможность, вероятность заражения инфекцией очень высокая. Поэтому и проводится работа по определению места очага, скажем так, заражения. Медицинские организации Шымкента сейчас работают в усиленном режиме. Заразившиеся корью пациенты получают лечение как в стационарах, так и на дому. При нехватке вакцин необходимые дозы привозят из соседних областей. Мы в настоящее время увеличили количество бригад, медицинских бригад, до 95. Кроме этого, для больных, находящихся дома и, соответственно, получающих лечебный процесс в домашних условиях, так называемые стационары на дому, увеличили время. То есть с 9 утра до 6 вечера получают необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей. Вы смотрите новости, далее в выпуске. Какие изменения в ближайшие годы ждут Турксибский район Алматы? Сколько казахстанцев успели легализовать свои иностранные авто? Вы смотрите новости, мы продолжаем. Впервые за более чем полвека в Алматы почистят дно аэропортовского озера. А для комфортных прогулок горожан территорию водоема полностью благоустроят. Об этом стало известно во время рабочего объезда Ербулата Досаева. Сегодня аким ознакомился с подготовительными работами по механической очистке и посетил несколько возводимых социальных объектов. Как преобразится Турксибский район города, расскажет Адель Акжаркенова. В следующем году этот физкультурно-оздоровительный комплекс начнет принимать до 200 детей в смену. Его строительство запланировано на июнь 2024 года. Как сообщил подрядчик, в объекте будет универсальный зал для командных видов спорта. 50-метровый бассейн, стрелковый тир и медпункт. Аким Ербулат Досаев поручил привести в порядок поле на стадионе «Авиатор», а также провести качественные фасадные работы здания ФОК.
Если вложим деньги, то надо сделать это до конца, чтобы можно было принимать и международные соревнования, и так далее. У нас на балансе находится стадион «Авиатор». Это футбольное поле, 3 гектара земли здесь. Мы здесь планируем построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Самый большой комплекс будет в городе Алма-Ате. И были все учтены ошибки строительства вот тех фоков, которые планировались в 2019 году. То есть этот физкультурно-оздоровительный комплекс будет максимально приближен для спортивных секций, для спорта высших достижений. То есть все объекты будут построены с согласованием спортивных федераций. Ознакомился Аким и с проектом по строительству пристройки на 450 мест к 195-й общеобразовательной школе. Это будет трехэтажное здание с переходной галереей между действующим и будущим корпусом. К слову, сегодня дефицит мест в школах Турксибского района – 1786 мест. У нас знания получают 716 человек. Учатся в две смены. Чтобы воспитанники не теснились в кабинетах и могли обучаться в комфортных условиях, нам построят пристройку. Это решит проблему дефицита ученических мест. Во время рабочего объезда Аким также посетил Аэропортовское озеро, где ознакомился с подготовительными работами по механической очистке. Она будет проводиться впервые за 60 лет, то есть с момента появления водоема. Данный объект был построен в 1963 году, и практически никакие работы по его очистке не производились. В этой связи с настоящим временем управлением экологии предполагается в следующем году произвести очистку, а также сброс воды. И параллельно планируется благоустройство реки Мал-Алматинг. В настоящее время прорабатываются непосредственно детали данного проекта. Я думаю, в ближайшее время, в начале года, мы уже поймем, какие объекты новые здесь появятся. Что мы предполагаем, что это станет точкой притяжения населения, точкой рекреации, отдыха. А в ближайшем будущем в районе завершат возведение самого крупного и технологичного склада временного хранения. На сегодня в мегаполисе загруженность подобных складов класса А составляет более 99%. Новый СВХ позволит перераспределить нагрузку и перестроить логистические связи. Как доложили Ербулату Дусаеву, на базе нового склада откроется учебный центр для подготовки кадров в сфере техобслуживания авто со всех регионов страны. Ранее такая возможность была доступна лишь в Санкт-Петербурге. Аделек Жаркенова, Ялгунжан Ашимжанов, медиа Саматула, телеканал Алматы. Газифицировать 12 населенных пунктов Кызылординской области пообещал глава региона Нурлыбек Налибаев. На это из республиканского бюджета выделят 4 миллиарда тенге. Сейчас к природному газу подключены 7 районных центров, 3 города и 19 населенных пунктов. Газификация сейчас 75%, в следующем году 78% будет. Но мы ожидаем ближайших 2-3 года полностью решим газификации области. В ближайшие 3 года также должна решиться проблема с горячей водой в Кызылорде. На сегодня это единственный в стране областной центр, где нет горячего водоснабжения. Сейчас там впервые за годы независимости строится ТЭЦ. Отопительный сезон, по словам Акима, проходит в штатном режиме. В нашем регионе стартовал масштабный проект по строительству на средства инвесторов современной теплоэлектростанции. Реализация проекта стоимостью 215 миллиардов тенге будет завершена в 2025 году. Это позволит исключить покупку электроэнергии извне и даже реализовывать часть произведенной на станции электроэнергии за пределы региона. Порядка 30 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций планирует привлечь Казахстан до конца этого года. Свои планы по экономическому росту сегодня озвучили в Министерстве национальной экономики. По данным ведомства, наша страна уже привлекла 20 миллиардов долларов. Какая работа проводится по укреплению экономических связей Казахстана во всем мире, расскажет Мира Альжанова. Во время своих выступлений Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о необходимости привлечения инвестиций в экономику нашей страны. По его словам, в Казахстане очень важно создать привлекательный инвест-климат и усовершенствовать налоговую политику. Сам президент неоднократно проводил встречи с иностранными инвесторами для запуска новых проектов в республике. На сегодня более 20 миллиардов долларов США привлечены иностранные инвестиции. Помимо этого, необходимо отметить, что из стран Центральной Азии Казахстан является, безусловно, лидером по привлечению инвестиций. Также, вот, как мы отметили, что до конца года у нас стоит задача привлечь прямых иностранных инвестиций около 30 и выше миллиардов долларов США.
Как отмечает Минэкономики, казахстанская налоговая политика привлекает иностранных инвесторов. Изменения, внесенные в законодательство в марте этого года, открывают перед партнерами широкие возможности для активного участия в перспективных отраслях экономики. Этот факт подтверждают и сенаторы. По Республике Казахстан действует 14 свободных экономических зон. И подход, чем больше вы инвестиций вкладываете в тот или иной проект, значит, тем у вас продолжительность льготного налогообложения выше. Если, допустим, я беру максимальную цифру, беру, если свыше 14,5 миллионов МРП составит ваш проект, у вас налоговый период составляет льготный 25 лет. Привлечение инвестиций в разные отрасли создают и дополнительные рабочие места для казахстанцев. Именно поэтому благоприятная инвестиционная среда просто необходима для экономического развития нашей страны, считает депутат. Мираль Жанова, Даниэль Умар, Дастан Тимурбекулы, телеканал Алматы, Астана. Меньше месяца осталось до конца срока легализации иностранного транспорта. Об этом напомнили в МВД. По данным ведомства, с начала года казахстанские автолюбители успели узаконить более 240 тысяч машин. Четверть из них состоят на временном учете, в том числе и автоконструкторы. Ранее заявки на легализацию иномарок, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, принимали до 30 июня. Но потом решили сроки продлить. Успевают ли теперь водители поставить на учет своих железных коней, выясняла Аида Иманали. До окончания сроков легализации иностранных авто осталось без малого чуть больше 2 недель. Учитывая это, владельцы авто с раннего утра занимают очереди в спеццон. Один из них – алматинец Дулат Мирзахан. Он привез в страну автоконструктор и теперь хочет его узаконить. Конструктор, я легализовал свое авто как конструктор. Там мне сказали, что сотрудники вручную проверят достоверность и включат машину в электронный лист одобрения. И только после этого я могу подать вновь заявку. А свое авто я покупал в России. По данным МВД, на временном учете состоят более 40 тысяч транспортных средств. Половина из них – автомобили, которые завезли в страну в разобранном виде. Отметим, легализацию проходит исключительно только те машины, которые въехали в страну до 1 сентября 2022 года. Полиция будет работать в штатном режиме, то есть каких-то целенаправленных акций или же целенаправленных работ по выявлению иностранного транспорта не будет. Вместе с тем, для эксплуатации граждан необходимо соблюдать закон о дорожном движении, то есть транспортные средства должны быть зарегистрированы в установленном порядке, иметь страховой полис, а также технический осмотр транспортных средств. Транспортные средства, ввезенные после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат. Однако их можно поставить на временный учет. По информации профильного министерства, владельцы авто могут зарегистрироваться на общих основаниях, то есть оплатить утильсбор и сбор за первичную регистрацию. Аида Иманали, Уразай Нуртай, Жексулклеп Перген, телеканал Алматы. Машинисты алматинского метро спасли жизнь пассажиру. Инцидент произошел прямо в вагоне. Подоспевшие сотрудники оказали ему первую медпомощь, что помогло избежать ЧП. В другом случае мальчик едва не упал на рельсы, но его успели подхватить работники подземки. Такие случаи могут произойти в любой момент, поскольку услугами метрополитена пользуются тысячи человек. А вот как устроена система безопасности стратегически важного объекта, о скрытых тайнах метро, репортаж Амины Усеновой. Ежедневно из тоннелей метро выезжает 11 составов. Всего здесь работает около 60 машинистов в 3 смены. Манарбек Байкулов – признанный ветеран алматинской подземки. Он управляет поездом вот уже 10 лет. Мужчина из династии машинистов. Рабочий день у него начинается не в кабине, а в медпункте, где нужно пройти медосмотр. После допуска к работе машинист переодевается и садится за управление. Ежедневно все поезда обязательно проходят техосмотр и уборку всех вагонов. Машинист же перед отправкой проверяет все системы и по графику выезжает из депо. Мы находимся в кабине машиниста метрополитена. Все поезда полностью автоматизированы и двигаются на автопилоте. Перед нами пульт машиниста, через который он следит за состоянием состава. Также имеются камеры видеонаблюдения, по которым он следит за ситуацией в каждом вагоне. В случае, если какому-нибудь пассажиру становится плохо, машинист тут же подает знак в диспетчерскую и нажимает кнопку экстренного тормоза. Будьте осторожны, двери закрываются.
Самое сложное в работе машиниста, даже для самого опытного, это аварийные ситуации. К примеру, когда отключается свет, приходится переключать состав на ручной режим. В моменты ЧС поезда полностью останавливаются, пассажиры делятся по группам, и через аварийный выход машинист направляет их к ближайшей станции. Но такие случаи – редкость. Кабина машинистки вызывает пассажирден. Была ситуация, когда в кабину машиниста поступил вызов. Оказалось, что одному из пассажиров стало плохо. Я сразу позвонил в диспетчерскую службу и узнал, на какой станции будет медсестра. Оказал первую помощь до прибытия к станции. Порой, если в поезде не оказывается врачей, приходится самому оказывать первую помощь. Во всех четырех вагонах имеются камеры видеонаблюдения. Максимальная скорость поездов не должна превышать 60 км в час. По словам машинистов, в поездах запрещается курить, сидеть или бегать по эскалатору, заносить колющие, режущие и крупногабаритные предметы. У входа в метро алматинцы обязательно проходят через металлодетектор и проверку службы безопасности метро. Метрополитен – это особый охраняемый стратегический объект. Здесь, как вы заметили, на каждой станции территории очень обширные. Нету ни урн, нету ни розеток, и все это делается для безопасности пассажиров. Кроме того, здесь предусмотрены и все условия для инвалидов. Здесь имеются специальные пандусы, есть специальные работники, которые помогают людям с ограниченными возможностями, а также по всему периметру станции есть специальные разметки для людей с ограниченными возможностями. Ежедневно один состав в одну сторону перевозит около 1000 алматинцев. В связи с увеличением пассажирского потока интервалы между поездами сократились до 5 минут 38 секунд. А в Наурызбайском районе начали строительство сразу трех станций. Амина Усенова, Ернат Булатбек, телеканал Алматы. В Алматы открыли мемориальную доску в честь выдающегося артиста балета Булата Юханова. Памятную табличку установили на стене дома легенды казахстанской хореографии. На торжественной встрече собрались родные, коллеги и ученики знаменитого балетмейстера. Они делились своими воспоминаниями о народном артисте. Напомню, Булата Юханова не стало на 85-м году жизни. Он запомнился многим как великий танцор и бессменный педагог. Его по праву называют мэтром отечественного балета. Нам остается только лучшая память. Это наше достойное, качественное, на высоком уровне выступление на сцене. Наш театр работает, процветает, успешно работает. Я думаю, что мы все будем с гордостью называться аюхановцами. Это был последний материал выпуска. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Дина Жанабекова и Диас Махамбетов. Всего доброго и до встречи в эфире.